ставьте палец вверх. Лайк, ребят, никогда не пейте за рулем. И не забудьте подписаться на канал. Вадим, лайк, нахуй. Красавчик. Фамилия Мёрш полностью. Дмитрий Сергей Иванович. Дмитрий Сергей Иванович, что ли? Красавчик, конечно. Это как это? Штирлиц никогда так не был близок к провалу. Че, ну красиво снимаешь, че? Крыса какая-то. Там 100 то ли рублей, то ли долларов. Так, приношу богатство. Это магнит, походу. Что так, блядь, закинул, я тебе все же говорю. Пиздец. Здравствуйте, примите, пожалуйста, ориентировку на пьяного водителя. Дорожный контроль беспокоит. Сдает назад. Сдает назад. Движение. Я не пытаюсь выехать. Он пытается выехать здесь просто сейчас. Начал движение. Наверное, надеюсь. Все, спасибо большое. До свидания. Все внутри, что ли, были, да? Чего? Так, все ясно, убери камеру. В смысле убрать? Ну убери, зачем снимаешь? Че, газель? Так нужно, значит. Че, газель? Ну,
Да сейчас найдем. Ну куда? Пойди сюда. Ну меня Дим зову. Ну, Дим. Ну дайте сюда. Я тебе говорю, давай, машину ищи документы. Сейчас найдем. Бля, не отходим от машины, да? Меня слышишь, нет? Да. Ко мне подойди, пожалуйста. Нет, прошу, давай, сиди сюда. Тут ты. Сейчас, давай. Ну я. Ну, да. Да, да, полиция. Иди сюда. Ищи документы. Твою машину. Да. Да я не отхожу никуда. Ну что, я что, нахуй, на то, что я рыж, что ебану, что я буду бегать нахуй от вас. Бегать. Матом, не ругайся. Хорошо, не важно. Где документы? Друзья, меня зовут Вадим Серов. Мы занимаемся общественной деятельностью и оказываем квалифицированную юридическую помощь. Распространите этот сюжет во всех своих социальных сетях. И не забывайте писать комментарии под видео. И если ты еще не подписался на наш канал, то сделай это прямо сейчас. Что они вообще здесь делают? Я уже вижу, вы понимаете, что проезжая часть. А что, здесь не проезжая часть? А здесь не проезжая часть? Не проезжая часть. А что так мы свои. А почему с пьяным человеком мы смеемся, как вы связали? Мы здесь стоим, общаемся о своем. А что вы смеетесь? А нельзя нам смеяться? Нет. Ну, ну что смешного? Можно нам смеяться, можно. Да, ну записывайте на камеру. Что смешного? Других вы не тормозите. Только пьяных. Некоторые ситуации похожи бывают. А тут прилетели все. Человек никогда не пьет. Всегда здоров. В душе и в сердце. Они, да? Они ржут, им смешно. Не убивают, здоров пьяные сами. Добродетель. Самый настоящий добродетель. Правильно? Согласен. Тем более, не дай бог, чтобы вот все так было. Одного поймали, и они думают, это посмеяться. Постоите на камеру снимать. Вон, чё? Слышишь меня? Где другие люди, некоторые вещи творят. Да я рядом, же безопасно. Постой, там рядом, не могу. Да я не говорю. Иди сюда. Постой, вот передо мной. И не отходи никуда, хоть другим резать. Стой на месте. Как зовут? Дмитрий. Фамилия Милош Сполос. Дмитрий Сергей Иванович. Дмитрий Сергей Иванович, ты меня зовут? Или Дмитрий? Красавчик, конечно. Это, как этого? Штирлиц никогда так не был близок к провалу. Короче, мужики, давай, поставь, и все. Так, сейчас или вон, поедем в отдел, пальчики откатываем. Да уже есть 6А. Что 6А есть? Пальчики. Есть пальчики? Да, 6А. Ключи где-то машина. Значит, затем. Ну, допустим, на... Что? Давай, вот прямо вот здесь сейчас вот ставлю. Давай, здесь пошу свою. Да хорошо, да выключишь камеру. Да что на тебе мешает? Мешает, честное слово, это дофига чем мне мешает. Вообще, она на самом деле много каким людям мешает. Много каким людям мешает. Но дело в том, что она не имеет функции выключения. Она только включается. О, человек. Так. Зачем вам это все нужно? Если этим занимаетесь, значит это нужно. Вы блогер, да? Занимаемся общественной деятельностью. Общественное движение, дорожный контроль. Выявляем пьяных водителей и много всего хорошего другого. Поддерживаете против пьянства за рулем? Блин, честное слово, не приветствую. Ну, как бы там. Ну, то есть нас поддерживаете, правильно понимаю? Нас поддерживаете в этом нелегком деле, правильно понимаю? Блин, самое важное, чтобы ты в нелегком деле этом сам бы не участвовал. Вот, а так я не участвую. А? Я же не в качестве водителя состояния опьянения. Да ладно. Участвую с другой стороны. Знаешь, что штука. Не, ну пьяным за руль я точно не сяду. Не садился, не сажусь и не сяду. Я вам очень сильно верю. Даже спорить с вами не буду и неохота. Правильно. Понятно? Да. Поэтому, что, будем, что, ну, как есть, так есть. Согласен. Что. Снимай, заради бога. Спасибо за разрешение. Оно разрешение. Согласен. Контроль, дорожный контроль. Я тебе еще раз объясняю, сотрудник полиции, где документы? Полиция. Вот, фамилия твоя как? Денис. Денис, как зовут?
Имя, отчество? Дмитрий. Да нет, Дмитрий. Понятно. Дата рождения. Алло. Да. И вот стоим, выясняем, где документы у человека на транспортные дорожный средства. Патруль. И сами ржут. Дорожный патруль. Ну, дорожный что-то патруль, типа того. Ржут. Дорожный патруль ворует. Хайпует. Посмотри, пожалуйста, Елена. Да никуда я не убегу. Ты что, дебил, что ли? Елена Константин, 30. Помощник первый. Ну, это явно не она. С короткой стрижкой, темненькой. Мужчина похож. Смысл отличный. На левом берегу. Левый берег, ну да. Я тебя понял. Фамилия Денисов твоя? Который ржет, сами снимают для хайпа. Тут есть одна фишка. Как имя отчество? А? А с какой целью? Ну как, данные, когда надо знать, есть ли визуалист по удостоверению, правильно? Фамилия, имя, отчество, полностью. Ставит дорожный патруль. Не скажешь? В отдел. Ну, надо. Значит, в отдел поедем сейчас. Давай, Иван, сейчас перезвони. Че все усложняешь? Да сказал бы, про время не тратил бы ни свое, ни другое. Пожалуйста. Ну ты тогда все скажешь? Да. Ну давай, говори. Убей? Я сейчас убрал. Убрал? Но она туда не снимает. Ну, ты называй, просто зачем тратить будешь время? Все равно итог будет один, оформят. Вы ржете, вы снимаете на камеру, вы блогеры. Девушка свободная. Дорожный патруль. Ну, с чего вы доброго-то сделать? Ты ржешь, сам снимаешь. Тебе смешно? Сейчас я конкретно смеюсь с вашего поведения. Ну, поэтому с какого поведения? У меня конкретно, вот огромная с таких ситуаций просьба ты не должен смеяться. Не быть звездой ситуации в нашем сюжете. Ну, да, что-то, да снимай, господи. Вы же для хайпа, для своего снимаете. Помощники мои. Ну, а в чем вы помогаете? Вы ржете над людьми, которые, блин, там что-то натворили. Поржите. Да. Девушка. Что? Я к другой. Так в машине облокотились, ваша, да? Смехуёчек. Мы люди с хорошим настроением. Всегда позитивные. Вы просто хайп ловите на это. Блогеры, помощники, это полиция. Хайп, не хайп, называйте как хотите. Правильным делом занимаемся? Конечно. Ну, вот, видите, нас поддерживают. А вы нас не поддержите? Вы против пьянства за рулем, скажите? Что? Против пьянства за рулем? Ну, я против насмешек. Если поймали, ты же снимаешь. Послушайте, какие насмешки? Блага, а ты стоишь, снимаешь. Какие насмешки, сам скажите, пожалуйста? Ты ржешь сам. Какие насмешки? Ну, какие такие? Ты ржешь сам, снимаешь. Ну, что значит ржешь? Я не конь, чтобы ржать. А, да что? Давай поржем. Дорожный патруль, а вы смеетесь снимать на камеру. Как это вообще вот это вы все связали, я не пойму. А? Как вы связали смех? Нам чуть ну, тебя... да, вот что это я смеешься? Не пойму. Тебе смешно. Ты же занимаешься этими делами, что тебе смешно? Да, подождите, я не понял. Я не могу посмеяться? У меня есть какой-то запрет? Можешь. Ну ты так в чем проблема? Ты вообще можешь в этой жизни? Можешь, что тебе нужно? Можешь. Ну ты смеешься. И смейся дальше. Так. Понял. Все же хорошо. Видеокамеры, что? Ты же блогер. Занимаюсь общественной деятельностью. Ну и зашибись, что. Я тоже так считаю. Классный вывод, правильно, абсолютно. Ты звезда, ну, что теперь? Что, я? Да, ну, фиг, что. Попал в эту историю, что. Я, блин, ну, куда деваться? Все. Сейчас смонтирую, знаешь, как хорошо. А, в смысле, так он лишенный, да? Сапенко. Ё-моё. Будет 204. Чё ты стесняешься? Ну а что стесняешься? Откроем, блядь, пусть снимает, нахуй. Ты хорош, слышь, что даю ей это самое. Ну он пусть не стесняется. Да-да-да. Что он это, режим стеснения включил? Пьяным ездить не стеснялся, да? А здесь сразу стеснялся. Вот что тебя сподвигло на пьянку за рулем? Скажи, пожалуйста.
Можешь сказать, зачем поехал пьяным? Друзья тебя не остановили. А? Друганы. Ну что ж такие друзья-то? Зачем подставили фактически? Слушай, откуда ты взялся, вот ты мне скажи, а? Вот прям взял и нарисовался. Ну откуда ты вообще? Ты же не садил ДПС. Откуда ты вообще вот такой вот? Неравнодушный гражданин. А, ты здесь ходишь, блядь, по дворам я снимаешь? Везде вообще. Там, где ты даже не ожидаешь. Да ты чё? Да. Нихуя себе. Мы только были на Машмете, а здесь оказались. Ух, нихуя да, ты, представляешь, блядь, мы ездим по всему ты, городу. Ты, походу, хуй работаешь, да, тебе делать вообще нечего. Вообще не работаю. Нихуя вообще. Тебе делать, ты вот бегаешь. Нечего мне делать. Камерой, блядь, нахуй только снимаешь, только этим и занимаюсь, да. Все, успокоился. Да мне вообще похуй снимать. Ну а что ж ты так переживаешь, что я не работаю? Как и все нормальные люди, все работают. Ну я понял. Да. Ты гляди, а то проспишь завтра на работу. Не просплю, не волнуйся. Завтра у меня выходной. Себя сними, не забудь. Себя-то я сниму. За это не имею волнения. Ну все, снял. Все. Есть что еще сказать? Ты еще, давай, третий, дайте ему третий телефон, блядь, чтобы он стрелку, блядь, снимал. Да у меня две руки, было бы три, На голову тебе сейчас. Скажи, пожалуйста, есть что сказать? А что мне тебе сказать? Не, я просто ты тебя спрашиваю. Ты меня спрашивай, я тебе скажу. Я понял. Ну, может, и пожелания какие-то есть нам. Ну, ты нашей спас... аудитории скажи. Есть вы против пьянства за рулем или нет? Конечно, мы против пьянства за рулем. Скажите, никогда не пейте за рулем. Никогда не пейте за рулем. Ставьте палец вверх. Ставьте палец вверх. Вверх. Лайк, ребят, никогда не пейте за рулем. Скажи, напишите комментарий под видео. Напишите комментарий под видео. И не забудьте подписаться на канал. И не забудьте подписаться на канал, блядь. Все, так и сделаем. Как тебя зовут? Вадим. Вадим. Вадим, лайк, нахуй. Красавчик вообще. Да не снимай. Все, в общем, мы классно видео записали, да? Давай, хайпанем так, хайпанем. Мне тут еще на 3 года, блядь, лишают, нахуй. А ты смеешься, да? Что, ты выложишь? Да, естественно, конечно. Ну, классно ты сделал. Почему бы нет? Блядь, жена увидит, охуеешь. Дайте, пожалуйста, потрогайте. Жена увидит, охуеешь вообще, блядь. Да убери ты камеру, а? Да, я какой, тут. Блин, жена увидит, вообще охуеет. Димитров, 141. Да главное, ты пьяным за рулем не ездил, так что нормально. Не, ну у тебя классно, прирожденный, как говорится, блогер. Димитров, 141. Там же, да? Нет, ты правда откуда нарисовался? Да мы ездим везде, катаемся. Вон мы только на Машмете недавно поймали одного пьяного. А, и сейчас он здесь. Сейчас северным, скоро по клубам поедем. От клубов много пьяных отъезжает. Сейчас мы по дворам решили покататься. Не Никита на Машмете. Чего Никита на Машмете? Кого поймали? Ой, я не знаю даже имени. Он с музыкой там гонял такой весь хороший. Ну, чё, на Нексе. Да? Ну вот, в общем, его хлопнули. Как мир тесен, представляешь? И что, тоже нахлобучили? Нахлобучили, да. Но он, кстати, молодец. Он всем рекомендовал не пить за рулем, так получилось, больше пить не будет за рулем. А дальше куда поедешь? Ну, короче, правда. Да, по городу кататься будем. По городу? Да. Вань, ну глянь в камеру. Ну скажи что-нибудь хорошее. Что? Сейчас он подъедет. Может, ты пожелания какие-нибудь хорошие скажешь? Как виновник торжества. А, Иван? Тебе весело? Да не, мне не. А, ему да. А я сейчас в отдел поеду, блядь. Ну не сейчас, попозже. Ну, подъедет хотя бы газель, блядь, заберет отсюда. Трезвый человек, блядь. У меня телефон сел, блядь. Здесь ее, нахуй, паркуй. Куда я ее, блядь, припаркую? Я, блядь, не в адеквате, блядь. Да, я позвоню, он хоть приедет, блядь, заберет машину, блядь. Блядь, да мне все равно терять нечего, давай я его прохану. Да, я ему позвоню, тебе никто уже не доверит, нахуй, блядь, нахуй. Уже все, он провинился. Ой, и смех, и грех. Вань, иди, присядь. Ты стесняешься, что тебя снимать? Присядь, Вадим, присядь, говорю. Да пусть он накатит. Не, поедет. Иди, садись. Садись, Маша. Пусть он накатит. Comedy Club отдыхает. Наливай, я сейчас подойду. Не, если вот его товарищ, как говоришь, на Нексе парня зовут? Никита? Вот там чувствуется, что он реально ездить больше пьяным не будет. А вот от тебя что-то не чувствуется. Мне кажется, что ты еще раз сядешь. Налево.
Короче. Прикольное тело. Да где ты? Да, прицепилась. Что там есть? Там. Я тут с той стороны не сажусь. Да тут, ты знаешь, что вот дай-ка сейчас посмотрю, как. Крыса какая-то. Там 100 то ли рублей, то ли долларов. Так. Приношу богатство. Написано. С Новым годом приношу. Это магнит, походу. Да, это магнит. Что там есть? Да я не знаю, не мой патрон. А я с той стороны не сажусь никогда. Да она отлепливается. Это же магнит. Да ты угорай. Закинули. Золотая патрулька. Есть золотые мосты, это золотая патрулька. Ты можешь у этих спросить, кто на ней едет. Ты машину пробил, нет? Пробил. Нету. Это не мой путь. Блядь, это что такое? Что такое? Блядь, закинули, я тебе сразу говорю. Пиздец. Не видел? Это очень схоже с этой ситуацией. Очень. Будьте за ним. Прикол, да? Шить тебя. Снять меня. Спасибо, ты нас довез. На горе, на чужом ножи, сейчас, короче, в ЕКЕ всплываешь. Ну, как вот, пацан внедрился, что там. Внедрился? Ну, блин, куда? В шкуру пьяного водителя? Внедрение, то есть это какой-то замысел был изначально. Ты, короче, безгрешник, братух, я тебе клянусь. Я грешник, жесткий грешник. Я тебя тоже не могу. Я не против. Ты попадешь, я тебе обещаю, что ты безгрешник. Что так, осознавать дальше. Чего ты прячешься? Не, почему? Что со включенной, что без включенной камеры? Вот смотри, вот давай, первый вариант со включенной камерой. Ты предлагаешь мне 50 тысяч рублей. Вот смотри, я отказываюсь от них. Даже 500 или миллион, или 2 миллиона, 10 миллионов. Я отказался от них. Давай теперь выключаю камеру, и ты мне говоришь снова, что ты хотел мне сказать. Что? Ты его не выключил. Ты снимаешь. Да хорош же снимать. Слушай, мы с тобой не решим вопрос, понимаешь? Ни 50 тысяч, которые ты предлагаешь, ни 100, ни миллион, вообще без разницы. Я тебе реально говорю, бесполезно. Ну хватит. Оно так, смотри, хорошо записывает вот тогда. Да хорош. Я тебе реально говорю, мы взяток не берем. И мы не договариваемся. Вся суть, понимаешь, в том, что с нами нельзя договориться.